Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в торжественной церемонии, посвященной возвращению Турции исторических артефактов, находившихся в Венгрии. Мероприятие прошло в рамках официального визита венгерского премьера в Анкару. В октябре 2016 года в результате спецоперации силы безопасности Венгрии конфисковали партию экспонатов. В результате 101 исторический артефакт был незаконно вывезен из Турции в Венгрию. Затем экспонаты были переданы турецкому государству по запросу МИДа. Среди артефактов 14 золотых монет римской эпохи. В рамках визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с венгерским премьером. По итогам переговоров подписан ряд соглашений между двумя странами в различных сферах. Также Виктор Орбан примет участие в работе 8-го саммита лидеров стран Тюркского совета.